Нам остается темнота. Намека нет. И нет подсказки. Мы правды ждем. Срываем маски. Но нет под маской лица. Летим в безумном хороводе, своей глупостью гордясь. От страха весело смеясь, в ворота вечные проходим. А там не будет ничего. И жизнь была дурной шуткой, бессовестной, пустой и жуткой. Как жаль, что нам не повезло. Младенец спит, и на устах улыбка у него играет. Он счастлив, он еще не знает. Еще не знает ничего. Прошу. Слушаю вас. Дошел до предела. Не понял. Не хочу быть мужчиной. Совсем? Совсем. Прошу. Не сюда, не сюда. Прошу. Так, теперь раздевайтесь. Совсем? А как? Надо ли скрываться за одну оболочку, когда рядом другая? Раздевайтесь, раздевайтесь, раздевайтесь. Так, снимайте. Ага. Так, и это, пожалуйста. Ага. Так,
А обувь какой носите? Размер имею в виду. В пределах стандарта. Прекрасно. Нашим пределам предела нет. Так, вот это обязательно снимайте. Так, снимайте, 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 снимайте. Так, а вот это просто непременно. Прекрасно. А теперь одевайтесь. Как? Так, возьмите вот это. Угу. Так, вот это, пожалуйста. Так, одевайте, одевайте. А, нет, это не таким образом надо надевать. А я показал, но проще... Да, вы способны. Замечательно, замечательно. Теперь... Так, примерьте вот это. Не торопитесь, не торопитесь. Как это в песне поется? Нам некуда больше спешить, да? Жить отныне будем, как в песне поется. Прекрасно. Эта штучка на вас просто очаровательна. И вы очаровательны. Так. Так, посмотрите вот это. А вот, кстати, обувь ваша. Пожалуйста. Можно правую, левую, можно левую, правую, неважно. Не жмут? Немного. Разносится. Все у нас с вами просто прекрасно. Прошу вас. Можете прогуляться по комнате взад-вперед, вкусить что ли новых ощущений. Если очень хочется, можно повертеться перед зеркалом в целях привыкания к новым прерогативам. Милая моя, позвольте вас пригласить. И, пожалуйста, расслабьте, отпустите мышцы лица. С мукой покончено. Получайте от жизни удовольствие. Дайте глазенкам блеск, игривость и голову. Поищите положение для головы, потому что сейчас страшно сказать, просто скатится. И плечи, плечи расправьте. Даму сутулость не красит. Благодарю вас, все было просто прекрасно. Что-то случилось? Ну, что-то смущает. Что, юбочка, кофточка? Дал, что было лучше. Может, не последней моды, но, поверьте, от чистого сердца. Или что-то другое? Другое. Поднимайтесь. Другую. Давайте другую. Суть. Не понял. Я пришел решить по сути. По самой? Ну, возможно, как-то иначе. А как вы себе это представляете? Я? Нет, не представляю. Ну, вы шли ко мне, значит, о чем-то думали? Думал. Может быть, в курсе думал? Ну, вообще-то я в курсе, но чего? В прессе промелькнула информация, будто бы
некой тоскующей сути, будто бы блуждающей в поисках собственной формы. Не понял. Некоторые, ну, или даже очень многие люди живут и не догадываются о своем истинном предназначении. Величайший художник умирает в аптекаре, а неугомонный путешественник в облизлом домоседе. Мерзавец приличного человека. Продолжайте, это и так, соображение. Приводились случаи более сложные, что ли. Например, не каждому мужчине дано родиться мужчиной. Ну, даже если родился. И не каждой женщиной, даже если родилась. Не понял. Под видимостью мужчины не обязательно мужчина. Немало мужчин с женской сутью, и также наоборот. И что? Писали недалеко то время, когда наука сможет поправить природу. Зачем? Зачем ее природу поправлять? Не написано? Нет. Жаль. Завтра напишут о новом пришествии Иисуса Христа. Тоже поверите? Это другое. Но столь же невероятно, согласитесь. Почему? Нелогично. И ваше желание эмигрировать в другой пол из той же области. Простите, обидеть не хотел. Забыл поинтересоваться, кем работаете? Погоду предсказываю на завтра. А какая завтра погода? Не знаю. Женаты? Был. Садитесь, проверено, в ногах правды нет. Сколько раз? Много. А дети? Были. В количестве? В большом. Вы прямо стоите, даже неловко. А нынче что это значит? Что? Ну, как сейчас модно в свободном полете. Со мной так разговариваете? Вам кажется, я сумасшедший.